mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Здравствуй, зритель, и добро пожаловать на канал, где я запись начинаю совершенно неожиданно. Дело в том, что после прошлой серии, после сражения с боссом, я решил побегать по миру. И вот совершенно случайно сюда забрел. Ну, точнее как, не то чтобы очень уж случайно. Я шел по локации сверху и решил вернуться к этому костру, чтобы придержать накопившиеся души. И... внезапно здесь вот этот появился парень. Насколько я понимаю, это что-то из приобретенных у меня DLC, точнее, ну, которые у меня есть за Season Pass. Что пишут? А, я сел к костру. Ладно, бог с ним. А в любом случае, я хотел отправиться в Храм Огня. Я иду сейчас от спальни Розарии, потому что бегал туда проверить, что я могу сделать. А именно посмотреть, есть ли у меня еще попытки на... перераспределение характеристик. И у меня есть еще одна попытка. Соответственно, мы можем немного видоизменить моего пироманта. Но вот очень интересно. Наткнулись на вход в DLC, видимо. Ну или что-то такое новое сюжетное. Поворот. Я думаю, что все-таки это именно из DLC. Потому что, ну, об этом DLC я немного знаю. Правда, не знал, где этот вход. Но у меня снова рвется соединение с сервером. А сейчас, зритель, я к тебе вернусь. И договорю. Итак, продолжаем. Хотя меня, по-моему, сбили с мысли. Я не совсем понимаю, что теперь говорить. Ну ладно. Насчет DLC, про котором я в курсе немного. Я понял, что это вход в одной из DLC. Где находится вход во второй DLC, я пока не знаю. Но у меня дилемма. Что делать дальше? Давай для начала посмотрим, что у нас тут со спрахами повелителей. Как дела обстоят. Здесь у меня прах уже есть. Тут прах сидит с самого начала, и он еще живой. Сколько мне боссов-то вообще еще валить? Эть, не туда спрыгнул. Блин, простите, бежим обратно. Итак. Дальше. Что у нас здесь есть? Здесь прах имеется. Здесь, собственно, тоже. И нам остается один большой трон. И, насколько я понимаю, это означает, что мы буквально в шаге от финала игры. Да, здесь ничего нету. И я могу предложить пепел повелителя. Причем, насколько я понимаю... он у меня где-то есть. Но не в кольцах, это точно. В разном. Да? Да, пепел повелителя, оставленный принцем Лотриком. Судя по всему, это означает, что мы можем уже выходить на финал игры. Но, по-моему, я еще не все в игре видел. Ну, помимо DLC... да, кстати, я пробежался еще и по тому храму, где мы буксовали последние несколько серий. Нашел Эвелин и много другого всего интересного. Подергал за рычаги. К сожалению, на видео это не осталось, но я подумал, что если я еще и эту пробежку на видео буду снимать, мы застрянем очень уж очень надолго. И тебе, зритель, станет скучно. Праведный король Лотрик, последняя надежда рода. Но мы же не короля Лотрика, да? Я так понимаю, получается, если у меня есть принца, прах, спасибо за лайк. Если, зритель, ты это видишь, то давай и под ютубом тоже там лайкни, я не обижусь, буду тебе признателен. Но получается, мы можем принца предложить вместо короля, да? Это, видимо,
один из вариантов срезать игру, ну то есть Пепл и всех других повелителей сами оказались на своем месте. А вот принц Лотрик нет, не оказался на том троне, то есть трон предназначен не для него, но в качестве замены он пойдет. И, наверное, это повлияет на концовку. Но я не хочу таким образом корректировать концовку, точнее, может быть, и хочу. Мне очень не терпится на самом деле завершить это прохождение, потому что через пару дней выходит релиз одной игры, которую я достаточно давно жду. Уж не знаю, хороша она будет или плохая, она у меня есть на предзаказе. Соответственно, мы начнем это прохождение. И было бы неплохо высвободиться побольше времени для той игры освободить, чтобы у меня снова Дак 3 не забуксовал, с которым как-то все не очень хорошо складывается. Но, ладно, подумаем сейчас, как дальше поступим. Пока просто повышаем уровень. Так как ловкость мне пока не нужна, я продолжать буду, что... Ученость, ну, скорость кастов, в принципе, я не страдаю. Вот я думаю, что, может быть, в прошлый раз я зря вкинул сюда очки. Что я могу? Ну, ладно, до 250 поднимем очки здоровья. И у меня есть кусок титанита, по-моему, даже не один. Укрепить оружие. Могу ли я еще поднять свой... Да, асторский двуручный меч можно усилить, потому что у меня появилось 6 обломков. И у меня 2 куска. На что их тратить? Давай-ка я, наверное, асторский все-таки повышу. Можно улучшить... Вторым меч скверный до плюс 5. Но... Ну, в принципе, урон у него серьезно подрастет. И будучи пробафанным, он, наверное, может быть, будет не хуже, чем асторский. И с ним я могу бегать, не качая ловкость. А здесь обломков все равно нету. Давай, зритель, мы это сделаем. А пламя у меня... Pretty, be careful. I don't want to see my works. Пламя у меня на сколько? Плюс 10, плюс 10. Великолепие. Но тот, когда мне будет нужна больше физическая атака, тоже, наверное, пригодится. Поэтому не буду жалеть я этот осколок. Неважно, будем использовать этот меч или нет. Точнее, этот кусок. И куски титанита еще, я думаю, найдем. Что переживать? Смотрим, как у меня сменяется урон. Что у меня здесь? 701! Великолепно! Не то. Не то. Ну да, я же сразу вижу. 422 здесь и 701. Конечно, разница огромная. Но, а если мы его... Меч скверны будет у меня сейчас лупсачить. И, насколько я понимаю, на него однозначно будут влиять мои кольца на пиромантию. То есть там будет еще какой-то добавочный урон. В общем, оба меча на самом деле достаточно хороши. Но пока буду бегать со Сторским. Что я могу еще сделать, прежде чем рвать когти дальше? У меня давно хранится душа хранительницы огня. Я все никак ее никуда не пристрою. Давайте уже не будем ее беречь. Дадим нашей полезной девице. Ага, хранительница огня теперь может снять темную метку. И если я правильно понимаю, я перестану быть вот таким. Стану опять нормальным человеком. И это может повлиять
вероятно, на сюжет игры и вообще на много вещей в геймплее, но я не хочу пока что этого делать. Мне нужно потратить куда-то души. Давайте мы здесь докупим. Я уже прикупил часть. Часть элементов брони от босса, которые здесь понапоявлялись после последней победы над боссом. Вот эта дурацкая шапочка, которая мне не нравится, если честно. Ну ладно, посмотрим. Вот этот доспех я хочу забрать. Доспех изгнанника. Давайте заберем для коллекции. Может пригодиться. Что еще интересного здесь может быть? По-моему, все. И у меня душ, пока еще вагон. Крайне интересная броня. Ну, наверное, опять же, для коллекции. Что мы можем отсюда? Шлем забрать. Все. Как я во всем этом буду выглядеть? Я все еще путаюсь в кнопках, ну, потому что все-таки не успел повторно привыкнуть к ним. Класс. Странная шапка. Еще страннее. Эта шапка, видимо, нормально смотрится исключительно со своим доспехом. Возвращаю назад свой шлем. Что есть брони, я прикупил. Ох, очень тяжелый. Не менее тяжелый. Хорош развлекаться. А куда мы пойдем дальше? И что у меня в наборе заклинаний теперь остается? Безусловно, большая огненная сфера, из-за которой мне, кстати, намного меньше нравится пиромантия в третьем дарке. Ну, то есть во втором дарке пиромант был заинтересован в том, чтобы таскать большой спектр заклинаний, их можно было ситуативно использовать. А здесь все, ну, по крайней мере, у меня сейчас сводится к этой большой огненной сфере хаоса, и как-то не просится что-то еще более убойное или менее убойное. Вот его я взял, и практически великолепно все. Черная огненная сфера на тот случай, если встретим противника, который будет плевать на наш огонь. Гармония, абсолютно читанный спелл, очень мне понравился, и теперь я буду однозначно проходить игру с ним во всех сложных местах. Ну и мощное лечение для того, чтобы подхиливаться, когда стало жарко. Что мы делаем? Кладем, не кладем пепел? Да, будем использовать такой вариант концовки халявный, но мне кажется, концовка от этого станет не очень правильной и не очень хорошей. Поэтому я помню одно место, которое я не особо-то и посмотрел. Сейчас я не хочу бежать и менять свои статы. Прибережем это на будущее. И я не хочу сейчас лезть в то DLC. Я пока вообще не уверен, что буду проходить DLC в рамках этого прохождения, если только случайно меня туда не занесет. А куда я хочу? Я не помню это место точно, где находится. Где бы его поискать? Точно не Нурлонда. Замок Лотрика. Ну отсюда, наверное, смогу пройти. Либо, по-моему, есть путь попроще. Вот здесь. Будем надеяться, что я не заблудился. Я помню, что одно местечко, я говорил, что нужно туда вернуться несколько раз. По-моему, да. По-моему, отсюда будет проход. И
чем больше я об этом думаю, тем меньше я уверен, что это так. Очень много сообщений. Поставьте чаши перед статуей обезглавленного рыцаря. Пардон. А какую чашу? Но это явно сообщение от разработчиков же, да? Поставьте чашу перед статуей обезглавленного рыцаря. Какую чашу? Как ее туда ставить? Статуи тут две. Давайте посветлее сделаем. Я не помню, чтобы это было здесь раньше. Мы же сюда проходили по лестнице просто очень. Карабкаться. Или это было сообщение? Мы через него по лестнице лезли. Вон тот... А, или мы здесь что-то делали с этим обезглавленным. В общем, я, зритель, этого не помню, не уверен. Ну да ладно. А я зато помню, что мне идти нужно, по-моему, сюда. И где-то здесь был проход. Ох, ё-моё, а этот огонь меня не повреждает, да? Иди клад. А, тот клад наверняка я давно уже забрал. И мне, наверное, вот сюда нужно идти. И как бы даже, наверное, и видение совет. Да, сидят ребята. По-моему, молится. Да, парень с юмором. Ох, как замечательно лупсачит мой меч. Сейчас мы со всеми этими мелюзгами и разберемся с помощью него. Так, давай, прыгай. Прыгай. И еще один. А, попал меня. Дважды попал. Больше не будет? А я что вспомнил сейчас? Обычный колокольчик. Мог же лечить безо всякого заклинания. Нежная молитва, нежная молитва, поджигание. А как это делается? А он для этого, наверное, должен быть в другой руке. Все забыл. Да. И лечимся. Так, куда я иду? Правильно, неправильно? Ну да, внизу вот эта локация, в которой мне нужно, которая очень ядовитая и очень неприятная. И вот он лифт, ведущий, судя по всему, именно в эту локацию. Мы на правильном, по-моему, пути. И если я правильно все помню, то босс будет где-то очень рядом. По-моему, мы проехали сейчас место, на котором можно было что-то там срезать. Да, вот здесь вот. Ну, будем надеяться, что это не хуже, чем приехать вниз нормальным путем. А если бы мы приехали вниз, мы бы где вышли? Где-то вон там, внизу.
еще один ватшот. Здесь я бегал. Совершенно точно. Да, мы пришли правильно. И я увидел вот этого рыцаря. Я предположил, что там может быть даже, наверное, и босс какой-то. Место уж слишком такое характерное. И рыцарей здесь много. И вон там еще кто-то стоит. А вот там стоящего того парня я в упор не помню, зритель. Наверху. И вроде бы... А, ну это, наверное, такой же рыцарь. Соответственно, он мне совершенно не нужен. А вот эти твари очень боятся огня. Я думаю, что я могу с ними сейчас разобраться достаточно быстро. Но если я не хочу идти туда, а там я, по-моему, бегал, то они мне и не мешают. Кладов же здесь никаких нет. Да, вон лежит какой-то трупик, на нем клад уже собран. То есть здесь... уже ничего интересного для меня, скорее всего, не будет. Ну, кроме, возможно, каких-то прохлопанных секретов. А вот эти ребята могут быть очень неприятными противниками. Поэтому сейчас мы его вежливо попросим нам помочь. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Я чувствую себя... Хотел было сказать. А, я его прогрел и отвлек. Кольцо получили. Он меня успел достаточно нехило так жмякнуть. Большой осколок. И... здесь больше никакого дропчика. Я хотел встать сюда и сказать, что я чувствую себя зрителем в древнеримском Колизее, а потом оказалось, что я чувствую себя зайцем, драпающим от волка. Ну ладно, хотя бы так. В любом случае, пиромантия это как шикарно, зритель отработала свое. Не зря она мне так сильно понравилась. Хилимся нормальным путем. Идем дальше. Кольцо синее, значит, оно наверняка что-то для магии же. Что за звук? Пробирает аж до мозга костей этот звук. Может помочь союзник? Какой союзник? Нету здесь никакого знака. Впереди ящерица. Впереди секрет. Врут. И богу врут. Что-то мне не хочется идти к тому, кто такой звук способен производить. Тем более без манны. Впереди ящерица. Ну ладно, от костра здесь... Блин, а каждый раз придется пробегать мимо этих увольней. Вот этих двух. Хотя, может быть, можно просто их проранить. Да, костер близко. Не заблудимся, надо было лифт обратно отправить. Но в любом случае, тот костер, по-моему, ближайший. Ладно, пошли смотреть. От босса к боссу сразу же у нас получается. В любом случае, сложнее, чем прошлый босс, уже быть не может. Да это не ящерица, это какой-то огромный крылатый червяк. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons.
И это у нас маг, да, ящерица, с моспособом. Эй, какой он жуткий. А я без щита. Ладно, посмотрим, как его щиплет огонь. Чё-то фигово. Еще хуже. Ох, пол хп. Это что такое? Все понятно, что очень неприятно. А меч мой его ударил, ну, очень уж слабо. Разве что, может быть, имеет смысл. Я не понял, чем он меня бил. Какая-то то ли жижа, то ли вода забрызгала. И что я могу из заклинаний попробовать? Ну, мне кажется, заклинания самые, что ни на есть, подходящие. Порча явно не годится. Огонь бьет его сильнее. Здесь же еще каждый раз. Но, по-моему, здесь не ближе. Каждый раз через этих ребят пробираться. Где-то еще один был. Он меня проролил. Все-таки ударил, а? Вот это не свинство ли? Самое, что ни на есть, свинство. Ну, в том я виноват, что я бегаю с таким маленьким мечом. А, лифт я отправил назад. Все нормально. Ну, какое-то сообщение. Да, так и делаем. Снизу же я туда не попадаю. Ай, я что, наступил? Ну, ладно. И хорошо, что наступил. Мне сюда и надо. Может помочь удар в спину? Да я уже спалился уже, какой удар спину. Так, если этого парня пробегать и сразу залезать к боссу, значит мне нужно заранее подхилиться. И что я хотел попробовать? Я хотел попробовать меч, будет ли лучше бить, который у меня на физику, но он тяжеловат, поэтому придется поменять шляпу на что-нибудь легкое, вот такое. Ну что ж, удачи нам. Я ожидал каких-нибудь лучей магии, бьющих в меня, а там, видишь, как вода какая-то. Врёшь, не догонишь. Да блин! Зацепил. А здесь какие-то сообщения? Я могу убежать сюда? А, пардон? Почему он...
На каком расстоянии достает? Скотина. Так. Еще маны нужна. Ох. Это вот, по-моему, то, чем он меня добил в прошлый раз. А, и он сам бросается, своим телом бьет. Ну как? Я же был залочен. Опять маны нет. А! Нет, нет, не делай этого. Ну еще один тычок же. Простейший босс. Ну вот реально простейший. Но... А почему-то, когда у него стало слишком мало ХП, он стал совершенно невыносимым. Я снова в саду короля. И... прошел сюда чисто, без потерь по ХП. Что мы дальше будем делать? Берем билд вот такой вот. Щит с максимальной защитой от магии. Ведь он же магией все-таки плюется, как мы увидели. Ну, помимо того, что бьет своим телом. И просто заходим. И фигачим. А здесь пробегаем. Безо всяких уверток. Ах, он уже там плачет. Не плачь, я к тебе иду. Может быть, надо было вот здесь как раз таки взять штуку поубойнее. И главное не оставаться вот в этой воде, которая замедляет движение. Пока есть возможность, выпиваем Эстус на ману. Ох! Ну, блин, так же легко в прошлый раз доджил эту фигню. Куда ролить? Он проклятие навешивает на меня. Щит заблокировал, но не очень-то сильно. Почему долбанный фаербол пролетает сквозь эту тварь? Я застрял где-то. Я застрял где-то в этой колонии. Не мог ролить. Пытался. Крутился на одном месте. Потратил всю стамину и... блин. Я на месте. Пробую поменять заклинание. Будем лупить прахом ложа хаоса. На всякий случай бафнемся вот этой штукой там перед входом. И я думаю, что вот здесь можно вполне позволить себе потратить уголек. Больше ХП, легче пройдет. Так, уголек. Уголек. Колокольчик приготовили. Главное сейчас не попасться на этого рыцаря. До этого так удачно его проскакивали. Страшно топает. Бафаемся.
Да блин! Я же рольнул. Не очень удачно. Ну, вроде бы, по крайней мере, по дракону проходит урон лучше. А какой темный дух ко мне мог вторгнуться здесь? Я же у босса. Я опять буксую на каком-то то ли колонне, то ли камне. Да, намного лучше, но маны выжирает. Такое ощущение, что у него вот сейчас ХП побольше стало, чем только что было. Да ладно, опять ты за свое. Все, я понял, ребята, понял. Поздно понял. А там, в дальнем месте, где узкая дверь, постоянно сообщение. Или либо это сообщение о том, что слава получилась, либо сообщение о том, что, может быть, если я там встану, а он такой крупный, он не сможет ко мне пробраться. Ну, это на самом деле вряд ли. Итак, прах ложа хаоса помог. Уголек потрачен в холостую. А вот это не нужно. Что еще может помочь? Да, наверное, в общем-то и ничего. Кстати, я не пробовал вот это заклинание. Что оно делает? Прикольно. Можно попробовать. Но у меня колокольчик-то совсем тохлый. Может быть, надо было вот, кстати, колокольчик себе подрастить. Ладно. Беру лечение. Или бог с ним, с лечением. Прям я даже не знаю. После босса же мы еще куда-то пойдем. Бежим. Итак, я уже успел сказать, что босс не сложный. Однако сам себе немного противоречу. Сейчас убираю меч. И что я могу сюда напялить? Либо защиту от тьмы, от проклятия. Либо ну, очков здоровья снижает потребление К. Мне все равно не хватит ОК, поэтому устанавливает УК при критических ударах. Кстати, хорошая штука. По-моему, интересно. Но я одену сопротивление проклятиям. И вот в таком виде мы пойдем. Я, наверное, еще уголька приму, чтобы меньше переживать за свои ХП. Поехали. Ничего употреблять не буду сейчас. Перед входом, чтобы этот рыцарь меня больше не жахнул на пол ХП. Dear little Ocelot,
Where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born. Началось. Я был прав или не прав, что сюда нужно залезать? А по-моему, не прав. Он прекрасно здесь достает, а я еще и заперт в узком пространстве. Ты в эту воду залез? Бегаем туда, за колонны. Я не вижу, где он. И он... Почему он проскочил прямо сквозь мой шар огня? Как он это делает, я не понимаю. Но он это делает. Раз. Долетит, не долетит? Не долетает. Ну, на одну-две тычки. Мне. Или ему. Еще и тащит за собой. Ну я же проролил. Завязывайте. Есть. А, только теперь не говорите, что у этого босса тоже будет несколько фаз. Слава богу, нет. Ну ладно, было на самом деле легко. Если бы я еще не фейлил. Отчаяние. Ну раз у тебя отчаяние, то на тебе. Лайк. Мои кислые 3000 души. Прохлопал я порядка 10 тысяч здесь. Что нам здесь писали? Впереди печаль. Впереди неудача. Что бы это значило? Восстанавливаем свое все. Берем свой меч. И, соответственно, свое кольцо для его ношения. Ладно, этот щит не помешает. И что там за отчаяние у нас впереди? Блин, а не может быть, что здесь босс за боссом? Давайте я... хотя бог с ним. Что такое 64 тысячи душ в нашем с вами положении? Ну, место вообще не самое приятное. Ты живой ли? Впереди кровотечение, короче, рубящий удар. Намек на то, что если его бить, из него брызжет кровь. Ага, а вон и живой ходит. А! Ничего себе, пока я там спокойненько перебирал свои эти штуки. Я забыл, что у меня пламя пиромантии-то в этой руке. Вот что значит быть так долго оторванным от игры. Ладно, Эстус. Че уж теперь сделаешь? Протупил так протупил. Что это за место-то? Явно какое-то, как бы, типа кладбище. И умирают здесь, ну, многие.
Какой-то клад. И прям так в арке лежит, что наверняка люди выскакивают сразу. А, клад! На! Получай. Сразу кто-то нападает. Пятен крови? Ну, уж очень много. Как-то это подозрительно. Путь дракона – жест. Угу. И рыцарь. Доспехи крови дракона, если не ошибаюсь. Может помочь жесть. И, короче, впереди сундук. И сюда показывает. Впереди сундук. Сюда показывает. А, да, сундук. А он не мимик ли? Что-то вот цепь я не очень хорошо вижу. Он не мимик. Титанитовая чешуя. Но хорошо так припрятан. Спасибо за подсказку, ребята. Потому что реально я бы его просто не заметил. Он настолько вот в текстуру вписывается происходящего вокруг. Впереди кольцо. Впереди лжец. Ну, наверное, было сообщение о том, что здесь секретная дверь. А здесь не лжец. Впереди лжец. Да. Обожаю вот эту фичу с записками. Ну, вроде как не мимик же, да? Впереди иллюзия. Но пятно крови прямо около сундука заставляет насторожиться. Что случилось с этим парнем? Он взял, пошел и там умер, судя по всему. Давай смотримся, что мы здесь имеем. Над нами корни. Впереди кольцо. Но мы же сейчас не взяли кольца. Ага. Вот там кольцо, но там и кто-то умер у нас сейчас. Темно как где-то у кого? Костер. Сюда. Ладно, лайкну. Раз сюда. А, может быть, если там и клад, и самое главное, костер. Но было же заброшенные могилы. Здесь что? Тут странный уступик. И пятно крови еще одно. Ну, может быть, он просто пришел сюда раненый после босса и сразу десантировался. Камень утраты. И где мы? Что за заброшенные могилы? Очень сильно напоминает самую первую локацию, в которой мы начинали. Ну точно, это то самое дерево. Да ладно вам. Это первый противник, который у меня не развалился с одного удара моего нового перенаточенного меча. Пепельное кольцо Эстуса. Вот это колечко мне, по-моему, по нраву. Что там на Эстус? Где оно? Вот оно. Увеличивает АК, восстанавливает пепельный А. Ну, так себе, если честно. Можно было бы и поинтереснее чего-нибудь. Я откуда вышел? Отсюда? Угу. Ну точно. Это вот то же самое место, но оно все-таки немного видоизменилось. Душа удрученного рыцаря. Впереди зверь. Но мы... Ух ты! А вот таких у нас не было! Мобиков
стартовой локации. Впереди зверь. Это что ли? Да. Аж целых две собачки. Да, мы помним, что эти собачки очень не любят огонь. Ох, как мне здесь ничего не нравится, если уж честно. Если уж совсем откровенно, то совсем не нравится. Справа была ящерица, и что-то мне подсказывает, что здесь справа будет что-то еще более отвратительное. Такой узкий проход, туда страшно идти. Темно. Ох, куснуло, так куснуло. И перепугало, как в хорошем хорроре. Обломок. Это хорошо, что обломок. Осторожно, враг вправо. Спасибо, но я не отсюда зашел. Если уж на то пошло. Так, мы выходим на к обрыву. Наружу из пещеры. И слева был костер у нас. Что-то мне к ящерице прямо сейчас бежать не хочется. Честно говоря, боязно, у меня-то душ-то. Да беги еще. Посмотрим, что сильнее, твоя магия или моя пиромантия. Хорош хиляться! Повержен. А, никакого дропа тебе. Ох. А я... Как раз, по-моему, недавно говорил, что не всех боссов повидали. Я, в частности, знаю, пардоньте, что... Есть один босс в этой игре, который как самый первый, только гораздо сложнее. Вроде как первый это очень сильно усохшая его версия. И мы, судя по всему, как раз к нему сейчас приближаемся. Да, меч хорош. Он просто очень хорош. Да ладно. Потеряно соединение, и это означает, что здесь серия должна быть закончена. А что я могу сказать, зритель? Все было очень здорово, на мой взгляд. И локация мне очень понравилась. Темная, страшная, атмосферная. Хочется проходить ее дальше. И... Это означает, что пока еще не время действительно заниматься тронами. Нужно копать дальше и искать настоящего короля. Также... Что? А также мне есть еще чего сказать, но я скажу это уже в начале следующей серии. Пока на сегодня все. Тебе, зритель, спасибо за внимание. Оставайся на канале, пиши свои комментарии. Как всегда, не забудь мне сообщить, если я что-то уже пробежал, но постарайся избегать спойлеров. Потому что я хочу пугаться и удивляться самостоятельно. До скорых встреч. Пока.